что, поехали дальше, блядь, самое время. Так, одежда, военная форма. Надо, блин, переименовать все это в А1, А2, А3, так реально быстрее будет. Нагрудники разрушителя, шляпки, темные очки, серебряный плащ, все, восприятие на максимум, восприятие H8. Можно идти воевать. На мне весь броник, данс готов к бою. Все продано. Так, продолжаем разговор. От карьера мы пойдем. Тем более, что мы их зачистили, эти карьеры. Там еще можно залететь, собрать всякие карабины. Да, блять, уже копошиться неохота. Хочется найти револьвер классный, сделать его. Ну, то есть, келлоговский уже реально все. Уже, ну, никуда. Мало дэмэджа у него. Ах ты, блять. Ах ты, блять. Уебываем отсюда, данс. Атомные карьеры. Мне мозг ебует. Рейдер. О, проверим, кстати. Сколько процентов? 35. Да я лучше так жахну. Не-не-не, мне нужна снайперская винтовка. Великолепная снайперская винтовка. Она еще и подсвечивает их теперь? Нифига себе. Если вот так вот посмотреть, она будет подсветку давать. Стрелок новобранец. Там прям целая, смотрите, какую хуя его идет дикая. Можно даже не подходить на самом деле. Интересно, кто там? А ну-ка. Фу. Она еще с глушаком. Данс, расслабься, работа идет. Даже подходить не обязательно. Но что-то урона я не чувствую там, если честно. Но он есть. Калибр-то 50-й, блин. Это вам не хухры-мухры. Винтокрыл. Они воюют с винтокрылом, есть такая информация, блядь. Воевать с винтокрылом требует много скилла, конечно. Ладно, давайте поувереннее тогда. Блять, винтокрыл. Он теперь будет всегда как враг подсвечиваться. Блять, данс, данс. Это было реально лишнее, блять. Подставу мне кинул, сука. Глупенький, глупенький паладин данс. Биг Мак. Бля, я тебя вроде где-то видел, мистер Биг Мак. Пау. С черепком сильный, кстати, блять. Давайте просто разъебем этого Биг Мака. Вообще очень мало урона ему проходит. С кем он воюет? Со стрелками? Надо подойти поближе. Он с черепком, с ним надо быть гораздо аккуратнее, чем я обычно себя веду. Так, у нас есть один снизу. Мастер! Тут нереальные супермутанты. Вы видели, сколько он впитал? Что-то около тридцатника. Легендарный супермутант-мясник. Ну, заебенно. Конечно же, ты трансформируешься, блядь. Но это все еще недостаточно. Данс, не хочешь поучаствовать, может? Там еще целый Биг Мак живой. Ой, блядь, это он. У него миниган, нахуй. Блядь, какая боль, данс. Данс, там это! Помощь, помощь! Отлично работает. Данс. Так, с этим прекратить. Yes. Знахарский институтский карабин. Отравление дает. Но дамазит вообще полную хуйню, так что на продажу. Бля, патроны тут быстро будут уходить. Видели, какие мобы пошли мощные? Скальпели, что тут? О, кстати, мне же здесь надо забрать эти куски. Теперь понятно, блин. Охрану поставили, блядь, на магазин игрушек. Это же всего лишь магазин игрушек. Какого черта? Гаечные ключи. Все можно найти. Тут, кстати, вот-вот, целая робопони, блядь, можно взять. Я не могу ее даже взять. Ибо тяжелая она слишком. Ладно. Да фига этих робопони, их можно таскать на самом деле. Сколько? Сколько в меня поместится, блядь, столько я и возьму. Боевые броники прочные, которые также что-то... Эти робопони, можно их впарить. Тут, блядь, золото лежит. Настоящее золото. Данс, пизду, сейчас будешь помогать нести. Сколько там я уже набрал на себя? Еще уношу. Все нормально. На конвейере еще. Вот это не похоже на робопони. Блядь, если же я начну тебя есть, то Дансу не понравится. Блядь, Данс. Хули ты лезешь? Я пытаюсь... Блядь, ладно, Данс, договорились. Нахуй надо. Еще обидишься на меня. Стимулятор очищен. Ой, Стим. Стима как не было. Так.
Шкафы. Блин, тут, наверное, какой-то робопуп сейчас еще будет. Не провтыкать бы его. Ну, не в смысле робопуп, в смысле нормальный. Устройство для считывания карт. У меня как раз такая нашлась. Видите, как удачно, что я его развел. Антифриз здесь, что это? Детали робопони. Пригодятся. Передние ноги, задние ноги. Ладно, старикан. Мог бы карточку вообще просто так дать, без развода, блядь. А то бы я тут сейчас шарился, искал эту карту ебучую. Нехороший человек. Пошли дальше. О, хорошая штука, кстати. Данс, хочешь потаскать? За меня. Биг Мак. Мне кажется, я уже такого Биг Мака просто видел. Уже тяжеловато, смотрите. Летный шлем супермутанта. Ну здорово, зубная паста. Hey, Катаге. Over here. Жду приказа. К ноге, паладин. A smart soldier is always prepared. Ну, наверное. Так, мой хлам. Где робопони? Робопони, лютик. Шестеренки, сталь, пружина, болт. Нифига в ней болтов. И она еще практически ничего не весит, между прочим, а говорит, что тяжелая. Везде обман, блядь. Миниган. Да, в принципе, и все пока, данс. Не особо нагружайся, утруждайся. Я еще не все здесь посмотрел. Интересно, что здесь делал вертокрыл посаженный? Масленка. Масло мне еще пригодится. Очень надо оно для всяких игрейдов. Такс. Лево руля. Блять, ну что, как мог сюда упасть карабин? Иисус, спасибо большое, но я пацану. Можешь забрать свои подарочки. Легкая броня супермутанта. Пускай лежит, где ей самое место. А может, у меня будет напарник супермутант когда-нибудь. Чем черт не шутит. Возьму пока. Может, его одеть можно будет. Так, супермутант, собственно. Собственной персоной. Вот там точно тайник. Гадалки, тихо, ходи. Данс, оставайся на месте. Опачки. Опачки. Чё это тут такое у вас? Чё это вы тут делаете? Фонарь, патроны. Я понял. Ну, вроде как, мешок цемента, блядь, парень скрывает. Но мешок цемента мне не всрался. Ну, в общем-то, да, это получается тайник. Ладно, самое время переместиться и отдать то, что я обещал старику. Где он там? Старикан. Забирай свое добро. О, музей ведьм, пойдемте сходим. Пойду еще в музей ведьм схожу, а потом уже построю эту штуку-дыку, которая позволяет там перемещаться в институт и разнесу весь институт в щепки. Спасу Шона, мы вместе выпьем. Он уже взрослый парень. Или хотя бы, я не знаю, в шашки сыграем. А он не будет в это самое выносить купить. Здорово. Hey, да. Were you able to find those parts? Есть такое. Да, они у меня. Ты же мне за них заплатишь? You are paying me for this, right? Yes. Как договаривались. Yes. Ну давай. Just like we agreed. Давай, давай. Да, они у меня собой. I've got them right here. You do? All right. Смотри, это вообще жесть, там мутанты дичайшие, Биг Мак чего стоил. Yes. It's all here. Денежки. Я рад, что тебе все нравится. Давай. Ну все. Удачной работы, старик. Левел у меня. То, что надо. Что качаем? Все у нас... У нас, в принципе, все хорошо. Я не знаю, науку можно уже начинать... А, нет, я же хочу гранаты подкладывать. Можно класть гранаты с выдернутой чикой. Готово. Потом что? Можно красть оружие из рук, можно красть предметы экипировки. Пушку из рук спиздить прям. Так, ну-ка, давай проверим. Бритва злак рабочий. Для крышки есть? Мутафрукты, патроны. Патроны вроде 90%. Ясно, блядь. 90% нахуй. Я лаки, блядь. RNG сегодня не на моей стороне. А, ну второй раз. А, слышь, тебе же, наверное, не понравится, если я что-то спизжу. Ох уж эти спутники, блядь, в наше время. Так, ну все, музей ведем и погнали. Музей ведем и по сюжету. Просто интересно, блядь, торопиться никуда не охота. Охота все посмотреть. Тут куда не пойдешь, везде что-то интересное. Понимаете? Понимаете, вы же Вегас смотрели?
В Вегасе то же самое, блядь. Замок средний. По крайней мере, Дансу, блядь, нравится, когда я замки взламываю. Точнее, не нравится, он нейтрально к этому относится. Как супермутантов. Хотят тебя качать, блядь, проще парень на репа. Можно сейчас пойти, блядь, грыдануть кусок какой-то брони и посмотреть на его реакцию. Хотите, так и сделаем. Суп из игуаны, потертый козырек, плитка. Как раз робопони эти выложить, которые он таскает за собой постоянно. Уже, блядь, не знаю, что с тобой делать. Керамику возьмем. Керамика очень редко встречает. Ну, как встречается часто, но у меня ее мало. Давайте вот просто ради прикола. Мы же все еще где-то здесь рядом. Так, Sanctuary. Сейчас я там в шлем вошью вот этот X01, который я украл на дирижабле братства. Я бы его купил с удовольствием, но его не было в меню продажи. Хотя, блядь, кого я обманываю, ничего бы я не покупал. Спиздил бы точно так же, как и сделал. Так, давай за мной, Данс. Сейчас ты будешь смотреть и будешь охуевать, как я умею. Так, начнем с простого. Ну давай быстрее. Hey, робопони-то у тебя. А, быстрее. Шлепает сюда. Давай обмен. Like да. Это ты верно подметил. Миниган. Это все впарить, конечно, можно. Можно и тебе отдать. Ты можешь, кстати, прототип вот этот одеть на себя. Что у него? А чем он стреляет? Теперь стреляй вот этим. А, ты, наверное, не сможешь стрелять вот этим, да? А не сможет, смотри. Я просто думал, у тебя патронов нет к нему. А патроны я тебе для него не дам. Потому что у тебя документов нету. Весь хлам сюда. Миниган. Миниган, в принципе, тоже можно сюда положить. Знаете почему? Потому что... Сейчас, минутку. Оптический штурмовой карабин. Как он вообще выглядит? Мы ни разу его не одевали. Вот калиброванный есть еще. Мы возьмем штурмовой. Такая байда. Просто еще хотел крутануть, но центральную кнопку мышки, когда зажимаешь, видите, он заходит в этот. Ну и вот там прицелы, все дела. А, он еще и не автоматический, ресивер у него. Написано автоматический штурмовой карабин. Ладно. Так, подробнее. Точнее, не подробнее, а нормально давайте. Давайте возьмем голову, например, свинцовая обшивка. И давайте поставим на нее. Науки не хватает. Пиздец. Давайте налобный фонарь поставим другой. Например, синий налобный фонарь. Раз. Паладин Данс в восторге. Изи. Выходим. Че, Данс, поговорим? Данс? Нет, видимо, еще не совсем. Не подошел к кондиции, да? Так, сюда мы сложим сейчас пушки тогда, которые нам ни к чему. А именно тебя, тебя, тебя. Че еще? Все, кажется. Остальное нам пригодится. Данс! Бой, камфир. Давай. Это. Остальное оставь себе, так и быть. Отгрузим еще с него. Я просто потом за кадром впарю, что сейчас бегать. Сейчас выложу, чтобы не мешало. Все. Все. И поехали к ведьмам Салема. Там будет реально ведьма? Наверное, там гули будут. Бьюсь об заклад. Многие из вас, наверное, уже знают, что там. Но те, кто не смотрели, давайте угадывать. Я вот думаю, там будут какие-то гули-женщины, которые будут там варить человечину. Когда спить. Я надеюсь, что так будет. Я надеюсь, что у них будет интересная сюжетная линия. Хотя Данс, блядь, неподходящий спутник для этих дел. Я туда вообще приехал, да? Ну, почти туда. Можно было повыше. Консолька включилась. Консолька, зачем ты включилась? Чем потрошек сейчас купим опять по бабкам. Опа, это не тот ли маяк? Нет, это какой-то другой маяк. Можно на него сходить, там свет горит. Обычно свет в маяках просто так не горит. А вот еще и завод. А еще и с этим самым, к стрелкам можно заехать. Не к стрелкам, точнее, а эти. Ну там какие-то типы были, забыл, как их звали. Которые еще с огнеметами. Горелые там, или что-то такое, пригорелые. Тем временем, завод. Консервный завод Большого Луковский, блядь. Интересно. Большой Луковский успел накрафтить себе довоенный запас. Опа, из убежища. Торговец Райли. Я думал, тут заварушка. People get sick all the time.
Откуда у тебя комбинезон? I'm only selling the meat you people bring me. If there's something wrong with it, it's your own fault. Я с ним пробу. Oh, so now it's my fault? Forget it, the deal's off. You want to sell your product to the people out there? Then you can get out there and do it your Excuse me. Поговорим? Ищут на продажу. Заболевшие люди. Заболевшие люди? Theo got that old cannery up and running about a year or so back and convinced me and some of the other traders to start bringing his cans around. It was all good and well for a while, but in the past couple months... Что-то ты уже, по-моему, заболела немножко. Don't get me wrong, not like people dying or anything, just, I don't know, the sales have slumped off and Theo's gotten more uppity. Да, я обратил внимание. Can I interest you in a trade? Откуда комбинезон убежище? Where did you get that vault suit? Never been to 81, I take it. Mm-hmm. I grew up there. Ah. But left to be a trader. Here, let me show you where it is. О, я скажу. Boy, by the way. Mine was a piece of junk. Threw it out years ago. А мой современненький. Ну давай, конечно, показывай. Let me show you what I've got. Покажи, что у тебя есть. Так, давайте определим, что мне не надо. А именно, мне нужны вот эти броники. Хотя они превосходят мой нагрудник разрушителя, но там 15%, а 15% это не шутки, как вы можете догадаться. Ну, собственно, это и все твои бабки, так что давай-ка я тебе немножко подниму состояние, да, твой хлам продает один, блядь, патро, боже, ёпту, все понятно, зашквар, забыли, слово какое, зашквар, приедается, надо бросать его. Hey. Теодор. Да я тут антирекламу услышал, а хотя, знаешь ли, у меня... Немножко другие вкусы в мясе. Диалог пропал. Проверим. Нажимаю один. Нихуя не происходит. Сейчас нет. Not interested right now. Tell your friends. Long neck Lakowski's. It's the best. Да что ты понимаешь в мясе, блять? Что этот парень понимает в мясе, Данс, да? Потому что вот оно, настоящее мясо, блять. Ладно, не будем так поступать. Слишком жестоко. Ладно, закуси. Я пойду посмотрю, что на заводе у вас тут творится. О. Welcome to have a look. But stay out of the old basement. В подвал, говорит, не спускайся. Небезопасно. Хорошо. Данс, мы идем в подвал. Вот роботы, которые тут работают. Кротокрысы. Я шкуры просто заберу ваши. Потому что они же вам нахуй все равно. А то я вам разделаю, получается. Крышка. Ребята, крышки в мясе, блядь. Представляете, что будет, если человек какой-то найдет? Вот меня, когда я тушу разделывал и там что-то оставлял, меня выебывали на производстве. А вы-то, а вы роботы вам, похуй. Чудо-клей, психа, можно впарить. Наркоту, кстати, пора продавать. У меня много наркоты, но при Дансе нельзя шпариться ей. Что случилось? Снизу какие-то враги. Я приоткрыл, видимо, подвал, да, какой-то? Что это тут у нас? Нихуя себе, тайничок какой-то. Подсобка. Труба. Чистить трубы здесь можно было. Когда-то. Тут и так, в принципе, можно походить. Так, винты. Стена трещина. Вот, собственно, и механик, который психом угасился. Ты тут спал или что? Ну, похоже, что он на этих подушках дрых. Или попросту не смог выбраться. Хотя тут, блядь, Данс. И вот если такой, как ты, ему переграждал бы путь... Он бы явно не вышел. Тут можно перелезть на изичах. Говорит, держись подальше от подвала, там без... Чё, пошли почистим? А может, блядь, ты мне приплатил бы за то, чтобы я тебе подвал почистил? Наверное, не приплатил бы. Но консервами отдаст стопудово. Если платить ему сказать, я там ходил в подвал, разрулил вопросы. Проверим обе трубы. Станция. А о, тут, кстати, дохера консервированного мяса еще. На черный день. Ну, а твой продукт жалуется, кореш. Это плохо. Разделочные доски. Причем жалуются не это... Опа, тут на цепочку закрыто. Жалуются не просто все люди, как антиреклама, а жалуются прямо при первом услышанном, прямо при тебе. Антисанитария тут, конечно, Чувак, я бы у тебя миско не прикупал. Не понял. Это что за гуделка там?
Как врубить подвал? Это же я... Да, очевидно, но люди тут живут. Давайте по конвейеру тут проскочим немножко. Вот так. Дверь как открыта. Здорово. Терминал легкий и можно взломать. Ну, легкие терминалы. Стопс. Стопс. Ватч. Ватч. Стопс. Седли. Венс. Стопс. Венс. Нет, это не S в конце. Стопс. Пенел. Стопс. Нет. Тейкс. Стопс. Тейкс. Хэнд. Целс. Пейнт. Стоп. Пейнт. Стоп. Руинс. Стопс. Руинс. Нет. Стопс. Этан. Блять, я поплавлюсь, получается. Ладно, давайте. Подсказонька там какая-нибудь может. Где скобочки открытые? Скобочек не видно. Вот скобочки. Скобочки раз. Секунду, стопс. Одно сходство. Венс, ноль сходств. Значит, это не S в конце, очевидно. Стопс, пенел. Стопс, пенел. Нет. Тейкс, не может быть. Седли. Пробовал, по-моему, даже, нет? Стопс, седли. Не пробовал, но подходит седли, на самом деле. Ноль сход. Значит, пробовал. Стопс, ватч. Целс, нет. Хэнс, нет. Пейнт, стопс, пейнт. Да ну, что-то неправильный терминал какой-то. Говно, блин. Где он? Дайте мне, сука. Старый способ, блядь, будем использовать сейчас из дома. Заблокировал мне доступ. Нихуя себе. Вот есть же нормальный терминал, не то, что ты. Роуз. Arrows, два сходства. Arrows. Раулер, нет. Arrows. Холмс. Нет. Дэрен. Роу. Arrows. Arrows. Дэрен. Нет. Arrows. Скилл. Сурдж. Arrows. Сурдж. Нет. Скаур. 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 Arrows. Скаур. Нет. Хумор. Юмор. Хумор. Нет. Севен. Севен. Нет. Грасп. Да грасп же! Управление дверью. Открыть. Каких дверей? Вот этих? Ух ты, ебать. Автоматический боевой дробовик. Ну, находочка, так находочка. Техническая документация имеется? Имеется. Даже верстачок есть какой-то. Опача! Цена торгов стали ниже на 5%. Ништяк. Знал же, что не просто так хожу. Письменные столы, крышки, патроны, бесшумные калибры, снайперские. Байка торговца из Интауна. А, торговцы будут предлагать товары по более низкой цене. Хорошая торговля. Buy jerky. Куплю говядину. Beneath child labor. Пришлось даже голову. Вот это удачно я сходил. Но все еще. Я ходил не за этим. Я ходил за подвалом. А подвал... Почему везде часы вроде как одинаково останавливаются? Может, это показывает какой-то терминал войны, когда началась когда-то. Тут не на цепочку ли? Цепочку. Закрыто на цепочку. Родненький, блядь. А где ж подвал-то твой? Подвал должен быть где-то снизу, правильно? Там, где молодой, кстати, спал, не было никакой двери. Я не проебал. Так, начнем с простого. Тут нет никакого входа. Смотрим в оба глаза, смотрим в оба глаза. В оба глаза смотрим. Нет, здесь очевидно ничего не оказалось. Здесь только молодой отдыхает. Оставим молодого в покое. Может быть, вход в принципе не здесь? Где у тебя подвал, слышь? Дядя. Сейчас что-то грохочет. Дверь закрою. Все, пускай грохочет сколько хотят. Робот. А я могу с тобой затереть, робот? Приветик. Понятно. Не в настроении разговаривать. Ну, что поделать? Мне почему-то кажется, что... Вот он. Кнопка. Спуск вниз. Держись подальше от подвала. Ха-ха-ха. Данс, ты это... Смотри там, чтобы все нормально было, ладно? То есть я, блядь, теперь подняться не смогу, что ли? Поехали, я сказал. Блядь. Засада. Похоже, что на консервы сегодня пойду я. Терминал. Журналы. Еще работает.
Посмотрим, работает ли этот старый терминал. Вроде бы в нормальном состоянии. Роботов уже запустил, но до сих пор пытаюсь выяснить, как управляться с консервирующими ретортами. Ретортами. Похоже, они сломаны, но, судя по всему, этот завод построили на развалинах еще более древнего завода, так что посмотрим, удастся ли найти какие-нибудь запчасти. Ремонт. Отстает расписание на неделю, но это зато удалось наладить реторты. Я не первый раз такое слово вижу. Нашел необходимые запчасти, хотя времени ушло больше, чем я рассчитывал. Через стену сюда ворвались гули. Один из торговцев, с которым я работаю, прибыл еще до того, как я все исправил, и половина мяса протухла, прежде чем я успел пустить его в производство. Пришлось добавить мясо кротокрысов, все равно никто не отличит. Ууу, крыса! Взрыв! Я знал, что это что-то нечисто. Зараза! Реторт 2 взорвалась, из-за чего здесь обрушилась кирпичная кладка. Часть перехода снесло, чтобы дыра в стене увеличилась, сюда пролезло еще больше гулей. Придется построить заграждение, чтобы их сдержать. Кротокрысы. Даже с одной реторта результат превосходит все мои ожидания. Книга по маркетингу, которую я нашел, оказалась крайне полезной. Проблема теперь только в том, что торговцы уже не могут приносить мне больше мяса. Пытаюсь добавлять все больше кротокрысов, а жаль, они всегда казались мне жутко милыми. Но для поддержания такого уровня производства придется искать другое мясо. Ясно, он, блядь, разбавляет свой фарш говном из кротокрыса. Вот ты поэтому-то люди и травятся, и поэтому все херово. Вот сука, теперь где? Вот он, почему дверь не открывается, не понял. Дистанционное управление дверью. Открыть. Готово. Дальше, секунду. Панель управления лифтом. Элементы управления отключены. Свяжись с системным администратором. Блядь, пошел ты, системный администратор, нахуй. Я сначала гляну. Таракашка, ты живой, блядь? Таракашка на растяжку. О, вот живой. Данс, а ты реально не пошел, что ли, со мной? Вот кротокрысы, например. Вот химлаборатория. Он говорит, не спускайся, там небезопасно. Я просто шкуры... Что-нибудь полезное? Ну да, типа шкуры есть. Шкуры потом на кожу. Я слышу, как там какая-то турель. Видимо, чтобы... От таких, как я, чтобы не спускались любопытные. О, уже где-то здесь? Вот это вот... Ебать, сразу сломалось. Наверное, с прошлого раза ей неплохо досталось. Готово. Патрон калибра 45. Дворняга собачатина. Шкура. Это что у нас? Радыксы, нихуя себе, тут что, облучается? Нина с бобами, чашка с лапшой, укрепленный снайперский карабин, между прочим. Так, что? Все, пожалуй, можно отправляться дальше. Опа, а вот и мистер Игули. Блядь, дробовик доставай, что ты, блядь, смотришь на него? Пошли нахуй, мистер Игули. Ну, мы, конечно, могли бы с вами потанцевать. Но что-то облучаться еще больше я не планировал. Изолента это неплохо. Патроны калибра. Гули реально очень плохо дружат. Второй шар. Очень плохо дружат. Отсюда, видимо, они завалились. Это что, канашка? Дружат с дробовиком. Вон там еще. Смотрите, смотрите, лезут как сука. Куда ты, блядь, лезешь? Легендарный усохший какой-то мега-гуль. Легендарный усохший дикий гуль. Хитроумная кожнобрань для правой руки. Ловкость восприятия. Недурственно. Очень недурственно. А кто тут тонет? По-моему, тут кто-то еще есть. Я вот чувствую, что кто-то идет. Данс, а ты откуда вообще вещал? У меня такой нескромный, блядь, вопрос. Опа. Давайте его. Скальта. Которым давно не пользовались. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Полегче, парень. В стену головой вошел, блядь. Тут, блядь, кто-то ремонт делает. Не знаю, слышите вы или нет. Надеюсь, микрофон это не ловит. А если ловит, послушайте весь... О, Данс! Ты меня почти напугал, парень. Бля, не зря же пошел, да? Бупс, журнальчики. Еще... Еще и локация. Ты смотри, они отсюда. Данс, он тебя игнорирует. Он хочет меня. Он хочет меня. Блять, 18. Я надеялся, опять усохшие гули. Их тут миллионы, они все усохшие. Данс, не подходи к ним. Данс, что ты сделал? Ты плазменную гранату кинул? Ты ненормальный, ты знаешь, сколько она стоит? Сукин сын, блять. Откуда ты ее взял, во-первых? Ошеломляющий институтский карабин. Шанс ошеломить цели при удачной атаке. Кстати, очень неплохой, блять, карабин. Опять же, карандаши усохшие.
Ну, естественно, блядь, парень прыгнул в канашку, там, где гули срали, блевали, и говорит, ебать, как отвратительно пахнет. Чё это, правда? Так, где мой ствол? Реально, надо купить себе 44-й кольт и, блядь, заделать его уже. У меня даже был какой-то легендарный. Надо его поискать, я его, видимо, спрятал. Чё это вы там? Легендарный гуль... А, просто дикий гуль, пожиратель. Я пришью его, не неси. Всё, хорошая работа, Данс. Я в тебе не сомневался. Он еще один, давай. Хуяч по ним, хуяч ему в ноги, по ногам ему бей. Данс! Он тебя вообще игнорирует, он тебя прис... Ты походу... Слушай, тебя никто не любит, блядь. Все при этом любят меня, а тебя никто. Каково это жить так? У нас гости. Откуда ты это знаешь? Ага, вижу. А ну стой. Блять, парень. Там есть снизу проход, видимо, какой-то. Нет, нет. Ну я... Опа, не двигайся. А ну назад! Назад сказано, блять. Я не буду стрелять, вернись, пожалуйста. Блять, хитрая жопа. Как нам туда попасть, Данс? Понял. Зато парень показал мне там отход. Если я пойду, радиация будет? Блять, очень сильно будет. Определим это защитным костюмом. Отличная работа, мистер Данс. Блять, он реально ебошит. Ну, по сравнению с Кейт. Кейт, конечно, приятный спутник, но Данс ебошит посерьезнее, чем она со своим дробовиком. Если ей дать что-нибудь полезное... Я антиродин вообще нажал, а он не работает. Ладно, наверное, это потому, что меня и так облучает. Шо, у кого еще проблемы? У тебя? Ну давай, поднимайся за мной. Блять, плохи наши дела. Ай, блять, откуда ты нахуй взялся здесь? Чуть не убил меня. Автоматик. Да, Данс помогает, это я чувствую. Еще немножко. Крышка, патроны, кровь нахер не нужна. Разве что впарить. Креамина, вот это нужно. И дробовик нужный. Все на месте. Хочется мощный револьвер уже так ходить, чтобы, знаете, идешь такой, типа. Тут на тебя выходит чувак, такой, выхватил, блядь. Без вот этой вот ебаной раскрутки, как стрельнул. Не ходи в подвал, там небезопасно. У тебя тут, блядь, целые катакомбы. В последний раз я у Пикмана видел такие катакомбы. Дикий гуль, ваншотнулся тоже. Ништяк. Охотник тоже ваншотнулся. Убери его от меня. А это с автомата сейчас разделаем. Гнилой светящийся. Он взорвется, что ли, блядь? Не подходи к нему. Над нами еще один ходит. Дикий гуль охотник. Данс, сверху, пожалуйста, смотри. Сейчас мы ему кинем в прыжке хит. Красиво ты его заметил. Он, блядь, думает, выходить ему или нет. Ладно, да. Хорошее прикрытие, парень. Реально ебошит. Крышка, кровь. Ядерный, блядь, ядерный. Хотел взять материал, взял кровь. Ну да ладно. Тут ребята отдыхают с отвертками в голове. Нормально. Двигаемся дальше. Лифт меня отрубил, наверное, специально. Он знал, что я узнаю, и решил, чтобы гули меня тут сожрали. А я у него взял ядерный блок, спиздил. Посмотрим этого производства теперь, мудила. Надеюсь, там все встало. Турель. Турель дружественная? Да, хуй там она дружественная. Не надо, мистер Турель! Отлично. Электросхема. Что-то тут было? Взлом легкий. Что, не вижу? Ящик, что ли, да? Легкие ящики. Это даже не ящики, в принципе. Sweet. Ядерная батарея. Великолепно, давай откроем. Готово, Данс. Сейчас пойдем еще что-нибудь загрейдим. В силовой броне какую-нибудь штуку поставим. Фонарик новый поставим, блять, он там опять обкончается. Так, одну секундочку. Мы здесь были, правильно? Мы тут все, что надо, сделали. Поднялись наверх. Нам сюда, Данс. Ну, по-другому и быть не может. Просто я не туда пошел. Там стояла пушечка. А вот и выход, собственно. Тут был ядерный блочок, и можно было повернуть направо. Блять, еще одна! Блять, но вторую я никак нахуй не ожидал здесь увидеть, если честно. Еще бы что-то рвануло. Данс, блять, тут что-то взрывается. Нахуй надо, иди отсюда.
Если хочешь спасти свою жизнь. Блять! Блять, почему здесь все взрывается, Данс? Крышка мина на этот раз, походу. Блять, ясно. Тихо, Данс. Спокойно, блять. Вон еще одна стоит снизу. Самодельная. Продвигаемся аккуратно. Как белочка, блять, которая хочет спиздить свой маленький орешек. Алюминиевый под... Алюминий, кстати. Something doesn't feel right around here. Ясен хуй, все минами обвешано. Такс. Че, мясо кротокрыса. Ага, все еще. Ну и меня... Как она... Насколько быстро она меня разъебала, да? Вы обратили внимание? Это вообще пиздец. Защитный, ебать его в страху, комплект. Давайте мне назад. Ноги мои, руки мои. Военную мою одежду чистую. Мою невероятную темные очки патрульного и четкую шляпу бессмертия. Ну давай, сукина пушка, блядь. Поговорим. Первая помощь. Кто, какой вообще, я не знаю, извращенец-параноик закрывает аптечки, блядь? От кого? От меня? Они все равно не будут закрыты никогда. Пакет крови стимпак. Со стимпаками, кстати, вообще проблем нет. Мне это очень нравится. Раньше были, теперь нет. Разбогател. Опять же, улучшенная карта наведения. Давайте спустимся вниз, там сходим. Я надеюсь, я потом смогу подняться. Просто там... Блять, похоже, что не смогу. А, это вход. Угу. Это, отсюда я пошел. Я пошел, увидел дальше. Вот там на лифт спустился и пошел. Так что спрыгивать мы не будем. Так, мы пойдем дальше. Что-то, кажется, там, блядь, кого-то взорвалось. Он даже светящегося обрабатывал. Ненормальный, что ли? Боевые ножи. Блять, он... Но... Я... Он не только ебашил кротокрысов, он еще нахуй гулей, блять, в консервы ебошил. Хорошо, что я не съел этого. Хотя каннибал говорит, хорошо, что он не съел гулей. Блять. Ну-ка. Что там у тебя произошло? I'll just have to kill you. Понял. You hear that? Понял. А убивать-то когда ты меня будешь? Я не совсем понимаю. Дядя. Ты скажи, что нахуй, блядь. Сейчас мы с тобой будем говорить, блядь. Говорит, а-ха-ха-ха-ха. Раз ты знаешь мой секрет, я бы должен тебя убить. Я тебе скажу больше, блядь, старикашка. Раз уж я теперь знаю твой секрет, блядь, то я отобедаю тобой. Сейчас мы отдохнем здесь слегка, чтобы набегу ему всадить. Данс, разбирайся там пока с шохами, я возьму главного босса уровня. Он что, не в курсе, блядь? Ты, блядь, чё, не в курсе, нахуй, кто я такой, блядь? Гнида вонючая, блядь. Вот так вот. Чё там, Данс, веселишься? Вечеринка, блядь, у тебя с роботами. Ключ от завода, блядь. Удерживать позицию. Давай сюда, нахуй. Выполнено таинственное мясо. Я даже и не собирался брать. И ты собирался убить меня вот этим, блядь. Он собирался убить меня палкой. Данс. Охуеть, не встать. Nice try. Теперь, говорит, я должен буду тебя убить. Угрожает он мне. Чё, фанишься? Тут где-то робот, что ли, какой-то? Спрятался от тебя. Он дотечет. Маслом. Написал кто-то в комментариях, что у них не кровь, у них масло течет. Ну, представим, что у него масло протекло. Ну вот, собственно, и весь завод. Как говорится, удачного вам дня, блядь. Можно спиздить банку. Можно... Я могу сейчас нажать спиздить крышку, но Дансу это не понравится. Блядь, так точно. С шапочкой, кстати, удачная. Охладителей миллион. Ну-ка, стой, не двигайся, блядь. Стой, блядь. Сказано, стой. Он сквозь тебя проходит. Жаль. Ладно, пошли к ведьмам.
шел к ведьмам, разгадал загадку шуз и загадка консервированного завода. Консервного завода. Скоро будет и собака Баскервилей. Это что тут такое? Бревнышко? Блять, песок. Давненько не видел. Автомат по продаже сигарет. Данс, тут нам в очко сходить явно не светит. А вот здесь светит. Давай, ты вот в ту, а я пойду по-большому сяду. Не, конечно же, не буду, блядь. Антисанитария жуткая. Откуда же я знаю, кто там сидел? Маяк откроем. Куда ни пойди, тебя ждет маленькая история, понимаете? Вот я мог пройти мимо этого консервного завода, и все. На этом бы, ну, квест бы так и остался неоткрытым. А, блядь! Ты в порядке? О, это же дети Атома. Они стреляют, по-моему, этими штуками, которые радиацией. Блядь, да, да, так и есть. Ну, собственно, на случай такой. А, иди сюда, блядь, детишки, нахуй. Кого наебать, блядь, вздумали? Давай. О, парень дерется, блядь, проповедник. Ой, блядь, радиация, как больно, блядь. Проповедую, нахуй, в другом месте. Бич. Да, да, да. Что там? Давай я затанкую. Вообще без проблем. Я вас, сука, на шашлык пущу, блядь. Где тут еще последователи? На маяке, видимо, затусили. Такие агрессивные, блядь. Он наверху реально. О, блядь. Этот парень. Возрожденные дети Атома. Ебать, это что вообще такое? Что это такое? А, это похуй. У меня тут только один враг. Данцу, по-моему, на радиацию тоже плевать. Блин, нахуй. Оставь мне кусочек. Здорово, нахуй. Да, да, да. Гамма-пушкой своей. Так хуярь его, блядь. Нашел оружие против меня. Хотя эта пушка, по-моему, хороших денег, кстати, стоит. Можете мне не верить. И еще желающие на пиздюлину. Снайперская гамма-пушка. Кто тут не пизженный остался? Да я не исчезал. Я иду дальше тебя вскрывать. Здорово. О, давай, давай, драка. Хороший удар, блядь, девочка. Еще давай, будешь бить? Ну-ка, набегу. Да-да. Давай мега-комбо. О! Воткнул. Просто в артерию. Даже не перерезал, а воткнул в артерию. Снайперская гамма. Данс! Паркур. Данс, нужно... Здорово. Ты прикрываешь, я стреляю. Да, я и сам могу пострелять. Без лишнего шума и пыли. Потаскай ради меня пока вот эти вот всякие гамма-хуюшки, пушки. Я ж пока без одежды еще вот перегрузился немножко. Пойдемте возрожденное дитя посмотрим, что там у них. Они его склеили по частям. Франкенштейн там нас ожидает. Ну, я думаю, обычно вот, когда в прошлый раз мы поднимались наверх, мы находились с вами там не то чтобы... Вот он. У тебя есть голова, блядь? Я больше хотел посмотреть на твою голову. Блядь, к сожалению, я отстрелил тебе ее, и она, блядь, наверное, отправилась в неизведанные дали. Стрелял он полным говном. Возрожденное дитя Атома. Ну, ебать. Давай. Давай, родненький, блядь. За ноги сейчас. Не-не-не. Стой, 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 стой! Они всегда так рано уходят, блядь. На засов. Ох ты, ебать, ты смотри. Отодвиньте засов. Ой, блядь! Ну-ка, нахуй его. Обращаю ваше внимание, там трупы, блядь, еще есть. Внутри, блядь, опять случайно радиоактивную кровь. Они сюда что, блядь, людей загоняли? Торговца загнали к этому радиоактивному, наверное, чтобы из него сделать такого же. Бедный торговец. Парень просто шел рядом, блядь, никого не трогал. Дали ему с собой ядерный мини-заряд. Это, наверное, у них как крест, чтобы защититься. Так, есть один способ, блядь, проверенный. Yeah, boy. Так, там у кого-то были проблемы.
Давай свою пухалку убери, блядь, у тебя больше шансов. Что ты нахуй замахиваешься у меня? Ага. Давай, бей. Хороший удар, парень. Смотри, он реально может блочить. И мега удар. Блядь, так забавно видеть, как он голову ему отсекает. Патрон для пушки. Снайперская гамма-пушка очередная. Я слышал, там еще кто-то выебывался. Мне же не показалось, правда? Дитя атома, обычное. Решил на лодке уехать, что ли? Давай бросай свою пукалку и сражайся как мужчина, блядь. Смотри, блядь, какой потеет с этой пушкой. Есть у меня прямая контра вашим, блядь, радиоактивным стволам. Проверено уже. Сейф средний. Что же там? Может, парочки ядерных мини-зарядов? Было бы неплохо. Да, военные денежки, калибр, патрон для дробовика, патроны, гладкостволочка. По этой лестнице, видимо, мне не подняться, да? Неплохо. Блять, Данс, ты не обижайся, я случайно. Я прыгнуть хотел. Правда. Ну хоть голод утолил. Святого миска поел. И поплавал. Данс, ты только ты не плавай. Маяк фанатиков. Че, думаю, можно переодеваться назад? Эх. Все. Кажется, все. Нагрудник забыл. Я что-то. Я подозревал, что я что-то забыл, но. Решил посмотреть. Че у вас тут за циркушка-то была? Я все проверил в ней. Я вздремнул у вас, вы же не обидитесь, блядь. И все еще твари каким-то образом, блядь, смогли нахуй меня облучить. Надеюсь, вы счастливы. А если один час посплю, сантиродином действует. О, нормально. И проверил. И вылечился. Вот здесь мы могли тайник оставить. Ну ладно. Донс. Не прыгай больше так, ты меня пугаешь. Антиродин. Крышка. И зачем вы дадите потом антиродин, интересно, да? Че это вы? Хирургическая пила. Вискарик. Бухают, блядь. Терминал. Уля-ля. Сейчас бы я ушел. Маяк. Карта обновлена. Наши братья и сестры из кратера поручили нам указать путь к сиянию атома. Благословленные атомом создадут маяк на вершине этой башни. Их свет привлечет впервые. А, они свет давали при помощи этого, блядь, светящегося мутанта. Свет на маяке на вершине этой башни, свет привлечет верующих. И вкормили его этим, блядь, торговцам. Правоверные смогут помолиться у башни, а затем продолжат паломничество к кратеру. Слава атому, блядь, еретики. Судя по всему, маяк привлек и еретиков, которым надлежит демонстрировать могущество атома. А тех, кто к нам не присоединится, надлежит очистить, а затем можно пустить их на корм благословесных башни. Слався атом. Ебанутые, блядь. Что с них взять? Так, ладно. Музей ведьм Салема никогда не был так близко. Данс, никогда еще он не был так близко. О, кстати, да, Данс, там у тебя же, наверное, все откатилось. Самое время мне пойти сейчас впарить все за кадром. Или не знаю, наверное, стоит. Реально, надо впарить все за кадром и как раз прокачать Данса. Данса мы сейчас с вами вместе прокачаем, да? Скрафтим новый фонарик для силовой брони. Он там просто... И опять на диалог захочет со мной пойти. Данса будем так и качать периодически, просто захаживать там, что-то делать. Еще можно в силовую броню войти и выйти, кстати, вот. Давайте так и поступим. Вот мы сами чули раз... Заходим вот в эту силовуху. Сейчас. Дансу это понравилось. Да? Данс покайфовал. И теперь... Новый фонарик давайте мне. Вот такой. Данс в восторге. Че, пора нам поговорить, наверное, нет? Не пора? Да неужели не пора, блядь? Ну ладно, все еще надо забрать все и пойти впарить. Скоро буду. Короче, богатею я, друзья, страшно. Со страшной силой, блядь, он уже не может это все купить, блядь. Давай гамма-пушки туда назад.
Так, давай, что тебе еще можно впарить, чтобы у тебя денег-то хватило на 40. На 40-то у меня ничего для тебя, блядь, и нету. Очень дорогие эти гамма-пушки, которые у детей отдают. Да, здорово, обмен. Mm-hmm. Реально богатею со страшной силой. Вот опять и этот уже не может. 2 копейки тебе, блядь, на чай. Так. Блядь, ты со мной торговать не будешь. Робот. Робот с лапшой. На хамашской молока, да? 130 у него. Его интересует только мое пиво. Жаль. Что это? Смоляника, очищенная вода. Мясо рода таракана бери. Мясо рода лени бери. Мясо матки болотников я сам на суши потом пущу. Они как раз подходят. Мясо кротокрыса. Мясо болотника. Бритва злак. Будь здоров, ебучий робот. Доктор. Доктор на смену не вышел. Так. Ну все получается. Можно еще в добрососедство заехать. Но денег очень много. Сейчас знаете что? Сейчас мы купим что-нибудь. Вдруг кто-то обратит внимание. И что это значит? Ой, не тот, не тот, не тот. Отмена операции, отмена. Сейчас при Дансе еще буду крафтить себе этот револьвер. Тактический крепленный пистолет, вот, если такой ресерв. Нужно фанатик оружия 4, бля. Я очень бы хотел. Даже можно сейчас, можно 72 поставить. А сколько келлога дамажит? Так мы можем сделать сейчас 72, без лишнего шума и пыли. А пистолет келлога наносится, у него и так хороший ресивер. Так, хорошо, предположим. Через тактический укрепленный мы ставим 72. Потом тут все стоит. Ствол ставим. Нет, все-таки 7. Келлога сейчас топовый. Зря я гнал на него. Так, ну что я могу сказать? Давай обратно силовуху. Я А я и не собирался нахуй ничего. Кому ты нахуй нужен? Давайте в силовуху. Даунс уже, наверное, сейчас понравится. Впарю остатки в добрососедстве и вернемся к ведьмам. Магазин игр shoes.pro, бандиты. Покупайте приятные игры по приятным ценам. Также обратите внимание на моих партнеров lootcase.ru. Сделай себе подарок. Все ссылки можно найти в описании под видео.